Нет зрителей. Ладно, погнали. Чтобы изображение стало едва видимым. Ну так я вообще ничего не вижу, так хоть что-то вижу. Так тоже ничего не вижу. Ну вот так получается. Режим сюжета кошмарный, уровень сложности не надо. Я сейчас с джойстиком не разобралась. Сетевая игра. Автоматическое сохранение, достаточное количество времени для прохождения основной истории и дополнительных заданий. Подбор игроков по стилю игры. Интересно. Другие игроки ко мне могут присоединиться? Нифига себе. Так. Если предпочитаете играть с людьми, которые хотят по возможности досконально исследовать игровой мир, разблокировать все достижения и вообще испытать все, что игра может предложить. Макс, привет! Как дела? У меня столько читать сейчас приходит. Первый раз, короче, игру включила. Так. Предпочитаете играть с людьми, которые не считают себя профессионалами и хотят одновременно получить удовольствие от игры и научиться играть как следует. Хардкор! Это про меня! Выберите этот стиль, если предпочитаете играть с людьми, которые считают себя профессионалами. Если хотите играть в одиночку. Я хочу играть в одиночку, на самом деле. Нафига мне какие-то... ребята еще тут нужны. Стрёмно. Блин. Обожаю название этого города. Поступил доклад о случае заражения зомби-чумой. Ведьмак-бомба. Взрыв мозга. Я близок к финалу, и я в восторге. Круто! Я далека от финала, представляешь? Все потому, что я завалена играми и консолями.
Город объявлен зоной бедствия, начата эвакуация. Я отлично вообще. Никак не могу ни одну игру пройти. Но я довольна, я рада и счастлива. У меня все хорошо, спасибо, что спросил. Армия перекрывает все выходы из города. Утеряна связь со спасателями, оставшимися в Лос-Пердидосе. Как-то серьезно. Слухи о выживших, оставшихся в городе, не находят подтверждения. Лос-Пердидос отрезан от внешнего мира. Я буду стримить и с PlayStation 4 тоже, чтобы никто не отвык от меня. Да и вообще там тоже куча игр, которые надо пройти еще. Dark Souls 2 у меня там лежит. Нам нужно выбраться из Ждет города, меня. иначе мы погибнем. Обожаю, куда игра озвучила. Что такое, его укусили? Он за шею почему-то взялся. Кирилл, привет! А вот и я всего лишь на полчаса опоздал. Главный герой косой какой-то. И зачем я на это подписался? Ну а как может быть видно лицо? У меня камеры нет, я же говорил. Здесь должна быть еда. Я умираю. Я умираю. Так, как еду-то взять? А, Б. А, Б. О. Здоровье отображается в верхнем левом углу экрана. Чтобы восполнить здоровье, поешьте. Там и сям разбросана самая разная еда. Отлично. Комбинирование пищи. Основное движение. А, прыгать, вскарабкаться, Б, чтобы взаимодействовать. Так, удерживайте ЛБ для быстрого бега. Окей. Без лица, как фильм. Да, я помню такой фильм. С компанией? Ну, привет им всем передавай. Так, нажмите X, чтобы нанести слабый удар. Их можно наносить быстро и понемногу. Блин, я путаю кнопки до сих пор. Нажмите Y, чтобы нанести мощный удар. Так, ладно. Этого недостаточно. Чипсы вместе с пакетом сожрал. И ему еще недостаточно, представляете? Так, это что, не еда, что ли? Яблоки валяются. Вроде еда. Дима, привет! Ребят, у меня сегодня опять пробный стрим, потому что вчера все лагало, было ужасно. Просто жуть. И сегодня вы мне должны сказать... Офига, бутерброд наш. Каково качество моего стрима сегодня? Скажите, надо пожалуйста. Сломать эту штуку. Эй! Так нечестно, тачка, блин, не ломается. Ага.
особо сложно было. Привет, я тут новенькая. Привет. Привет, девчушка. Я, в общем-то, тоже тут новенькая. Потому что я с Xbox стримлю второй день всего лишь. Рада тебя видеть. Я сегодня с девушкой. А, Кирилл. Здорово. Так. Смотрите. Нажать вниз. Ой. Нажать вниз. И нафига я это сделал? Поддон. А, я могу... Понятно. Вниз я, например, выкидываю. И подхожу, поднимаю поддон. Ха! Круто. А, это твоя девушка мне, что ли, пишет? Картинка хороша, голос прокуренный. Это ты про меня, что ли? У меня голос не может быть прокуренный, потому что я не курю. Он может быть там, не знаю, охрипший или дурацкий, или писклявый, я не знаю, но уж точно не прокуренный. Ее Юля зовут. Юля, привет. Так, а зачем я взяла эту штуку? Ага. Блин, кажется, я зря ее взяла. Ладно. А кулаками он бьет? Нифига не бьет. А как быстрый бег? У меня сейчас будет просто миллион вопросов. Короче, эту штуку не надо было менять. Я не знаю, Дима, я вот только при вас начала игру. Какой-то мужик, я даже не знаю, как его зовут. Что такое? А, мощный удар надо сделать. Эй, есть тут кто-нибудь? Сестру по Borderlands нашел. Круто. Стопочка, привет. Ой, сегодня девчонки, что ли, на моем стриме? Круто. Все равно машину не могу сломать. Да кошка! Короче, кот ревнует. Когда я стримлю, и он решил мне мешать сегодня. Сейчас, секундочку, я не могу. Ну что тебе надо? Под одеяло хочешь? Залази. Давай, залазь быстрее. Заклепал. Давай, 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 давай. И чего он ищет в этом ангаре приключений? Короче, Дим, ну завязка такая, что населенный пункт под названием Лос Пердидос. Короче, попал в западню, и здесь куча зомби, эпидемия. В общем-то, я, наверное, пытаюсь выбраться. Да, приключений. На встречу приключений. Здесь жить можно. О, боже. Да, это на улице дубак, конечно, из-под одеяла. Из-под покрывала. Нифига себе, их тут столько. Кстати, я включила сглаживание на своем телевизоре, потому что здесь FPS, по-моему, проседает очень сильно. К
когда куча зомби. Ой, мне придется мимо них идти. Слушайте, а здесь что, ничего не подсвечивается, что ли? Не может быть. Сейчас во всех играх все всегда подсвечивается. Быстрыми шагами такими идет. Тык-тык-тык-тык. Ну да, мне еще говорят, чё ты такая бледная? Да где загорать-то? Как загорать? Я один раз в этом году попыталась позагорать. Все, потому что один раз у меня выпал выходной на солнечный день. Полицейская дубинка. Так, он берет, короче, что-то вместо чего-то получается. Например, дубинку вместо фонарика он взял у меня. Или я могу как-то переключить? Сейчас я посмотрю. Попробую разобраться. Вот где у меня сейчас фонарик, интересно? Так. Хрен его знает. Да и в Нижнем Новгороде так же. Ну так это же рядом находится, конечно, так же. А я на выходных в море покупался. Ой, круто тебе. Я завидую тем, кто съездил в этом году на море. О, кувалда. Вот это я возьму. Блин, блин, блин. Блин, да как кувалду-то взять? О, все, вот теперь я действительно крутой стал. Да! Пошел нахрен! Ты сдохни! Фу, блин, убила! Питер такой солнечный город. Люся в купальнике. Да какой там купальник, я говорю, тут не покупаться, не позагорать, ни хрена. Кверти, привет. У вас есть славная тусовка в Петропавловске. Петропавловке. Не знаю, Кверти, может быть, и... Я не удивлюсь, если это девушка, потому что сегодня девушки на моем стриме. Мачете. Слушайте, здорово. Фонарик. То есть я правильно понимаю, что я что-то должна выкинуть? Ну, если я хочу что-то взять, то я что-то выкидываю все время. Так? Ну блин, а фонариком бить, конечно, не круто будет. Мачету может взять вообще. Не, с кувалдой мне больше нравится. Но он, это оружие, наверное, будет ломаться. По-моему, так было в предыдущей части. М1 и тот же вопрос постоянно. На нахрен! Убито двое. У меня так будет счетчик, что ли, идти, сколько я убила? Кстати, без фонарика тут очень хреново видно. О! Нет! Мамочки. И все больше и больше, черт возьми. Блин, выглядит вообще здорово игра.
чертов зомби-апокалипсис. Оружие на вас не напасешься, блин. Ящик сам подвинулся, я его не двигал. Ублюдок! Да пошел ты нахуй! Случайно такая его задела. Так, смотрите. Опа, еда, еда! Вот я взяла. Значит, я могу съесть сразу. Так. Ага. Ой, почему его вырвало? Блин, я гнилую еду съела. Сумасшедшая игра вообще. Так, всё, прочитаю, что вы там написали. Так. Интересно. Мы узнаем, как зовут милого мальчугана до того, как его убьют. Не знаю. Может быть... Может быть, мы этого и вообще не узнаем. Тут еще можно комбинировать оружие. Давайте поможем Юле, она стесняется. Комбинировать оружие, блин, как-то можно, ну как? Специальные приемы. Профессиональный бой, так. Комбинирование пищи, так. Из любых двух съедобных предметов можно создать комбинированное блюдо. А, пока я еще не умею этого делать. Зажмите РБ. А, смотрите-ка. Вот оно чё. Вот, я могу собирать... Я могу таскать 4 предмета с собой. Допёрло, ребят. И фонарик есть. Зашибись, зашибись вообще. Как бы я муж стопочки. А-а-а, вот оно что, понятно. Круто. Да кто стесняется? С чего вы взяли, что вообще кто-то стесняется? Все, зашибись, по-моему. Так, гнилые вещи, короче, нельзя брать. Ну, в смысле, продукты. Или, может быть, нужно как-то думать, что ты ешь. Мне уведомление не пришло. Что за игра? Макс, это Dead Rising 3. Я на Xbox играю. Взять вот эту хрень? Да, ножом тоже можно попробовать их мочить. Гнилой виноград. Да, стопочка — это девушка. Все, погнали. Нет, сволочь! Не трогай меня. Фига себе, ты прыгать умеешь? Ага, смотрите, если зажать Y, то я могу его раздавить. Попробовать. Еее. Главное, чтобы бочка бензина не загорелась. Так, кто тут еще? Ух ты какой, а? Отлично. Я уже 13 убила. Хирургическая пила. Стрёмно, все время кажется, что кто-то за мной может зайти. Закуска лежала. Хирургическая пила. Давайте пилу возьмем вместо гаечного ключа. Что-то гаечный ключ как-то вообще нахрена он мне нужен? Не нужен он мне вообще. А вот хирургическая пила, это уже интересно. Так. Ну.
как она работает. Угу. Ошибись. Мистер Бистро. Привет. Чё, почём? Как понять вопрос? Все, зашибись, все круто. Да ничего она не стесняется, ребят. Можно же и молча смотреть, не обязательно же что-то писать. Говорить буду я. А вы можете смотреть молча. О, кофе можно пожевать. Кипятка не найдется, ребят, я тут кофе надыбал. О, слава богу. Вау, пест! Так, пистолет, пистолет. Вместо чего я возьму пистолет? Нет, это я не хочу. Вместо ножа. А они полезут сюда, интересно? Я хочу пистолет взять. Вау, у меня пистолет! У меня пистолет! Что так трудно целиться. Это из-за того, что у меня сглаживание на телевизоре включено. Сразу говорю, если буду мазать, это из-за сглаживания. Да, кстати, целиться очень сложно из-за этого. А сколько у меня патронов-то, ёкарно? Хедшоты раздала! Просто раздала всем. Опа, бочка! Взрывайся! Yes! Достижение мне. Где мое достижение? Где мое достижение? Действительно. Я знаю, что это дразник, я про Наташку спрашиваю. В этой части вроде как нет ограничений по времени. Это хорошо, можно не спешить. Да, с моим-то стилем игры действительно это очень хорошо. Я играю не спеша, вы уже заметили, да? Ну а куда торопиться-то? Я помню, да, в Dead Rising 2 я... И в первом, по-моему, такая же фигня была. Да, мне не очень нравилось это. То, что тебе дается там... Сколько-то часов, что ли, чтобы пройти игру. И если ты не успеешь, то что-то там хрень какая-то будет. Юля, не стесняйся. Ну да, сектанты, но жертвоприношение. Сам ты сектант. Сейчас уже все хорошо. Если мы все замолчим, будет грустно. Ну, будет, конечно, грустно, но... Ничего страшного. Я привыкла. У меня бывает, что мой стрим не видно. Нигде вообще, ниоткуда. Так, что там лежит? Фонарик. У меня есть фонарик. Не надо мне. Спасибо. Спасибо, не надо. Боссы в Dead Rising были всегда прикольные. Есть кто живой? Слышь, ты не ори, может. О, пожарный топор. На что его можно поменять? Пилу может поменять. Хотя не, у меня вообще сейчас с оружием, по-моему, все здорово. Кто тебя сглазил? Я ему сглажу. Сглаживание, я говорю. Никто меня не сглазил. Сглаживание, телевизор включен. Лом. Шлакоблок? Походу их надо кидать куда-то. Так. Берем шлакоблоки и кидаем все. А я могу их просто взять? А, могу. На нафиг! Весело. А, косая!
попала, слышь. Вообще кидаться, наверное, вот этим с лакоблоками. Динамит есть. Крутота. Да сдохни уже, Сар. Вау! Это было круто. Сколько тут всего можно находить? По-моему, здесь еще можно будет оружие соединять, короче. Ну как и во второй части. Должен быть какой-то выход. Кусичу, говорю. Ну так выход вот там впереди. Сегодня, кстати, стрим не тормозит. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо большое, мистер Бистер. Представляешь, я сегодня... Вот сколько времени свободно у меня было, ковырялась там в настройках и, в общем, по ходу дела у меня получилось наладить эту проблему. Спасибо. Черт, выхода нет. Я твой сектант. Черт. Да, меня вообще тут назвали сумасшедшим. Бедный пацанчик, а. Надо вернуться в кафе. А как твой ник правильно читается? Мистер Смит? А, мистер Смит, да. Привет. Я скримчу. О, нет. Нет, я еще в управлении не разобралась. Только не это. Слушай, у меня была такая фигня, что я забыла пароль от аккаунта. Ну, от разных аккаунтов. В моей жизни было уже много аккаунтов. Я постоянно забываю пароль. Ура, стрим идет, ребята. Я могу стримить с Xbox. Мне осталось только камеру к нему купить, и будут стримы, как на Соньке. Но я всех хочу... успокоить, я буду стримить Соньки обязательно все равно. Все-таки там больше народу и смотрит, и все такое. Здесь, конечно, тоже потом народ, может быть, и подтянется, но пока что. Пока что как-то. Как-то так. Пилоты долбаные, где вы права купили? Capcom. Это кто это тебя так назвал? Не тот ли парень, что разговаривает с пустыми банками из-под колы? Да нет, просто... У меня же в группе написано, что я купила Xbox, и мне мой один друг написал, ну ты сумасшедший. Но я не обиделась, он прав, на самом деле. У меня вот подружки, ну вот на работе меня вообще не понимают, например. Одна мне сегодня сказала, а я всю зарплату хочу потратить на шмотки, типа купить там одежду, плащ, ну... Из-за того, что у нас дождливая погода, там резиновые сапоги, плащ и так далее. А я ей сказала, я буду мокнуть, у меня будут ноги промокать, я буду ходить в кроссовку, но зато у меня есть Xbox. Она говорит, это что такое? В общем, вот так поговорили. Тут еще веселее боссы, да? А я забыла, Dead Rising 3 есть на ПК? По-моему, да. Надо вернуться к остальным. Срань господня, звучит просто ужасно. Зачем они это перевели?
О май гаднес. Чё, серьезно? Они меня кинули в этот мир. Я хочу обратно. Пожалуйста, я передумала. Ладно. Ладно, успокойтесь, я не такая уж трусиха. Что это? Пиво? Кстати... О! Слышали? Ну же, где взрыв? Вау. Пачками кладу, поняли? На-на. Ой, они мне одну штуку сняли. Нет! Блин! Блин, блин, блин. Офигеть! Какая крутая игра, куча зомби и куча оружия. Вот что еще надо для счастья, ребят? Вот мне вообще больше ничего не надо. И курки вибрируют. Отстань. Да отстань от меня. Перекаты как делать? Слышь, ты курица. Пошла вон. Прикольно. Все кончается, короче, жопа, ребятки, жопа. Вот теперь действительно жопа начинается. Пошел ты кривой. Чашечка кофе. Ой, какого черта там что-то взорвалось? Слушайте, мне срочно нужно найти оружие. Просто срочно! Ну-ка. На! Ух ты, лекарство от простуды. Что с ним делать? Кажется, мне это ничем не поможет. Слушай ты, я бы на твоем месте не подходил бы ко мне. У меня... Вау! У меня канистра! Так, что вы там пишете? Сейчас, погодите. Ребятки, я что-то заигралась. Была похвала той барской расточительности. Ну, видимо, да. Простым смертным не понять, зачем нужен Xbox. Не любишь света, вампирюк? Почему? Очень даже люблю. Геймер-бомж? Не знаю почему. Нет, я вот, ну, как я обычно говорю, лучше я, например, поиграю, чем схожу в кино, потрачу там те же самые деньги. Ну, куплю новую игру, чем, например, схожу в кино на всякую хрень. Или, например, лучше я поиграю, чем пойду бухать и тратить деньги там на пиво или на сигареты. У каждого свои предпочтения. У меня, наверное, детство еще в одном месте. Взрослые, они те же дети, только игрушки у них другие. Машинки, приставки.
Главное, чтобы зад не вибрировал. Смотрите, машинку можно открыть. Что тут у нас? Ноутбук? Беру, конечно, халявный ноутбук. И что с ним делать? Блин. Я не хочу кидаться ноутбуком, нет. Но я буду это делать. В какой игре еще покидаешься ноутбуком, а? А вообще мне как? Нужны всех, интересно, замочить или делаешь что хочешь, как в любом Dead Rising предыдущем? Стрельба тут, кстати, очень классно сделана. Кажется, я их всех привлекла. Зря я это сделала. Нет, нахрена мне палка вместо пистолета? Мне не вместо. Да умри ты уже. Мне нужно выкинуть таблетки. Вот. Ой-ой-ой! Так, короче, мне, наверное, вперед надо бежать. О, свинцовая труба, это хорошо. Ой, куча зомби, это плохо. Нет! Зачем я сюда запрыгнула? Черт, все взрывается. Кажется, мне написали, что кто-то погиб. Синди погибла, Дэн погиб. Мне что, кого-то спасать надо было? Отстой, ребяточки, отстой. Ну а как я пойму, что кто-то здесь находится, я должна его спасти, интересно. Так. Тебе дальше идти, это понятно. Тут не надо останавливаться. Привет, Нокс Аркана, где вебка? Опять распоясалась. Норман 61, привет, извини, что так поздно читаю. Вебка у меня на Соньке, а на Xbox'е пока нет. Правильно, я вот не курю и не пью, а потому деньги идут на игры. Это пролог еще. Беги на желтый маркер. Все, я уже поняла. Их не надо спасать. Фух, ты меня успокоил. Я уже было подумала, ну, как в предыдущем Dead Rising, что нужно спасать людей, что я там не успела, например. Да ёкарный бабай! Пустите меня! Что-то можно подбирать, я даже не успеваю читать, что... О боже! Что же делать? Что делать? Тут просто зомби, а пока... А, вот по этим штукам надо прыгать. Мать твою, бублик! Бублик сожру! Ребята, я не знаю, что делать, я просто сожру бублик, тупо бублик сожру. Так, колпак. Колпак, помоги. О, нет. Подходите, у меня колпак, сволочи. Фу, блин.
Слушайте, тут такое вообще освещение прикольно, мне вообще очень нравится. Да блин. Да бери ты. Я надеюсь, его не вырвет. Я выпила вот, я даже не прочитала, что. Куча, куча зомби. Фу, блин. Как вы задолбали, придурочные. Охренеть, тут экшен. Да полезь. Поднимай свою тяжелую задницу. Пошли. Почему он туда его кинул? О, смотрите. Сохранить игру в туалете? Зашибись. Швабра. Швабра мне обязательно нужна. Не подходи. Я уже 76 зомби убила. И это только пролог, что же будет дальше? Нет, здесь я открывать не буду, здесь что? Тоже не буду. Черт! Не хочу туда спускаться. Так, придется прыгать. О боже, о боже! Почти получилось! Нахрена я сюда спрыгнула? Нахрена? Чуть не зафейлилась, ребят. О! О, слава богу! Ужасы. Так, ну чё тут? Вов, привет. Ой, я Вову не увидела. Нужно прыгать в толпу, как на рок-концерте, ага. А почему у меня Вовин стрим не отображается? Ой, Вовин коммент не отображается. Вова, привет, у меня твой коммент не отображается. Ну, пиши еще что-нибудь, пожалуйста. Колпак с тупицы. С какого тупицы, какой колпак? Не знаю, тут вообще такой ад творится. Игра огонь. Мне тоже очень нравится. Не подходи, у меня швабра. Так, я передумала смотреться. Пусти меня! Yes! Я добежала. Вова молчит, значит, так надо. Господи Иисусе, что это было? Как будто и так хлопот мало. Как ты, Ник? Фух, люди живые, привет, неужели? Я уж думала, не вернетесь. Нашли что-нибудь? Ну, о, еду какая девчонка, прикольно. Я нашел его снаружи, может пригодиться. Валить отсюда надо. Есть кому возвращаться. Вова, скажи мне привет. Нет никого. И у меня. Иногда оно даже и к лучшему. Последняя доза. Ого. У нас почти все кончилось. А, знаешь, если бы вы ставили себе чипы с зомбраксом, как все нормальные люди, мы бы, может, здесь не торчали. Этих людей отслеживают как с помощью GPS. Как тебя зовут, стримишь? Меня Люся зовут. Выполняют закон. Эти чипы GPS выделяют зомбракс, они не дают зараженным превратиться в зомби. Ага, оно и видно, как у них получается. От вас не а, зомбракс. Заткнитесь вы, дуры, услышат же нас. Слушай, может, заткнешься, козлина? Пока они снаружи, нам тут волноваться не о чем. Зомбракс это во второй части мы собирали тоже. Чё рычите? Не надо! Я не хочу умирать! Нет, нет, мама, мама, все будет хорошо, да? Да, я никому не дам тебя в обиду. О, Питер, я так боюсь. Боже мой, глянь на это. Он словно что-то...
помнит из прошлой жизни. Мы же все погибли! Нифига, зомби стреляющий. Нет, еще нет, это мне не хватает. Вот дура! Мы же все погибнем. Нафига она выбежала? Нет, помогите! Нет! Нет! Это неприятно, кишки. Так, слушайте все, приготовьтесь бежать. То есть это Дима, куда мы пойдем? Дима, ты умудрился вчера там шортики рассмотреть, вчера все лагало. Рома, привет. Может, даже телевизор работает. Уходить так уходить, но я ни в какой гараж не пойду. Меня там люди ждут. Лапочка, тебе бы лучше с нами. А я все-таки рискну. Ник! Зомби вот-вот сюда ворвутся, тебе нужно что-то предпринять. Тут даже нечем их отгонять. Ты парень рукастый, посмотри, тут куча всякой всячины. Посмотрим, может, что сообразим. А, я сейчас буду оружие создавать. Хорошо. Это хорошо, нужно думай, делать. Думай. Так, кувалда. Так, новое задание, скомбинируй два предмета. Кувалда, бензорез, короче. Чё у меня получилось? Зажмите РБ, чтобы скомбинировать предмет. Что такое? Ну, зажал РБ. А, во! Блин. Тяжелая пила. Вау! Теперь готовимся удирать. Слушайте все, мы уходим через заднюю дверь. Там должно быть меньше зомби. Погнали! Так, ну я еще могу три предмета с собой таскать. Будем собирать. Кухонный нож. Ой, я сказала им, бери. Бери микроволновку. Сам взял микроволновку. Не, ну микроволновка-то никогда не помешает. Я не мог пройти мимо. Ребята, мы до сих пор здесь! Мы сделаем круг, мы ходим по кругу. Что это? Это конец света? А я сказала, берите микроволновку. Нет, блин. Вау, я распилила их. А я своих, надеюсь, не могу пилить? Нога в воздухе зависла. А, смотрите, полоса убийства, она накапливается. Слушайте, мне нужно сейчас будет на секундочку отойти. Зомби тоже людям тоже кушать надо. Корова? Лос пердидос, не говори. Все добро с собой взять, надо же обустроить свое убежище. Ага. Ладно, ребятки, я на полсекундочки. На каком уровне сложности играешь? Я? А я выбирала уровень сложности? Я, по-моему, не выбирала уровень сложности. Ладно, сейчас я вспомню, пока хожу. Мне... Блин, кошка упала. Сейчас, ребят, секунду.
Я вернулась. Так вот, я не выбирала уровень сложности. Тут не выбирается, по ходу дела. Тут один уровень сложности. Пипи. У Флюса всегда один уровень сложности, хардкор. Ну, походу, да. Ты тупишь? Василий, возможно. Я, понимаешь? Так, Василий Иванович, я тебе объясню. Я Xbox только вчера купила. В эту игру я играю первый раз. Так что, конечно, я туплю. Это мягко сказано еще, то, что я туплю. Вон там, берегись! Пиво хочу. Во! Ты чё, я не опьянел? А хотя чё там со мной тут? Мои извинения! А почему он у меня перекат сейчас делает? Он, видимо, сам периодически делает перекат. Сейчас, погодьте. Здорово, лежу. Кошка упала. Как ты относишься к хоррор-играм? Я офигенно к ним отношусь, я их обожаю. Я боюсь, я люблю бояться. Кошка упала. Да чё вы привязались? Ну, упала кошка, и чё, он постоянно падает. Кошка была под одеялом, теперь она упала. Внимание, вопрос, куда упала кошка? Макс, я встала, чтобы сходить кое-куда. Кошка была под одеялом. И одеяло упало на пол, кошка вместе с одеялом. Тоже мне событие, блин. У меня не кошка, у меня огромная туша, она постоянно падает. И вообще, это не она, это он. Только я могу называть его кошкой. Иначе он обидится. Не знаю, надо мне все зарезать это или нет. Но мне так это нравится, этот процесс. Не знаю, может быть, к концу игры он надоест. Офигенно. Зажмите Y. Вау! 400 пипи дали. Короче, я накопила, видимо. Дерьмо! Действительно, дерьмо! А почему он кинул в другую сторону? У меня нет оружия? А как же чемодан? Ладно. Чуваки, я уезжаю. Я уезжаю от вас. Я собрал чемодан и решил смотреть. Да отвали, поп! Кинул там в той стороне! О, может, тут что-то хорошее лежит? О, нож, неужели? Нож. Так, нож... Нож и ведро. Если я их соединю, ничего не будет. А хотя зачем соединять? Можно бить ведром. О, блин. Соскучился по стихам Фанкрэша. И его стриптизом в чате. Как он там поживает, интересно. Кошка упала. Макс, вот давай не будем только про органы. При моем коте лучше это не обсуждать. О, что это? Тихо. А, фонарь. Ладно, возьму. Дамская сумочка. Ух ты, вот, свинцовая труба-то мне точно нужна. Так, вот что я могу сейчас из этого соединить? Это что? Это пила какая-то, свинцовая труба. Так, что мне там нужно нажать, чтобы соединить? Подождите.
Нет, то, что у меня есть, я не могу соединить. Надо опустить барьер! Ладно. Опускаем баррикаду. Кошки 9 жизней, так что можно особо не волноваться. О, господи! Сарус насмешил. Ух ты! Я поеду на тачке! Мазафака! Я еду, поняли? Вау! Получите, гады! Я не умею водить машину, сразу говорю. Они затрудняют мой проезд. А ну слезай! Слезай с машины. Вау. Смотри, там еще есть живые. Где? Чтобы заработать пипи, помогать или РР. Помогайте, значит. Подождите, как понять? А, вот у меня карта есть. На карте, значит, указано выживший, да? И где же выживший? Это выживший? Нет, это мусорный мешок. Подождите, у меня на карте вон значок, я вижу. Это не выживший, нифига, это был мусорный мешок. Закрыто. Ух ты, там что-то лежит. А, я не могу влезть в окно почему-то все равно. Дать предмет. О, я могу им дать предмет. А как, кстати? Ага. Спасибо, Лапуся. Рядом есть чертеж. Найдите его, чтобы узнать, как собрать новый предмет. Круто. Так. Теперь я знаю, какие пьяные сны снятся работникам автосервиса после долгого трудового дня. Тут еще можно комбинировать тачку, да ладно. Круто. Физика разлетающихся зомби. Выживший в черном пакете, это вряд ли. А как на карте все-таки обозначается выживший? Кто-нибудь понял? Ну-ка, подождите. Вот там кто-то есть. Он 44 метра. Это же не основное задание. Это, наверное, выжившие есть. А еда тут не лежит нигде? Нет, только кирпичи валяются. Ух ты! Так. Нет, я все-таки до сих пор не могу ничего скомбинировать. Каждый зомби здесь — это бывший клиент, пришедший вернуть деньги за некачественную работу. Люсь, можно Вову попиарить? Давай. А вот Вова сам. Всем привет! Как же я по всем соскучился. Завтра вернусь к стримам, а теперь хочу насладиться зомби. Вова, привет! Почему все давным-давно писали тебе? Вова, Вова, а ты молчал. Во-первых, как они поняли, что ты здесь? Я не поняла сама. Во-вторых, почему ты молчал? Вова, у меня вроде как стримы лагать перестали. Представляешь, какой, какая радость.
ты, граната. Сейчас проверим ее. Почему он кидает не в ту сторону, не понял. Кто-нибудь? Я спасу тебя! Помогите! Помогите, пожалуйста! Давай так. О, я выполнила задание, я поняла, как выживший обозначает. Ачивку дали. А что, они будут теперь вот все за мной ходить, все, кого я спасаю? Так, нажмите, чтобы потратить очки. Окей. А Вова нуждается в пиаре. Не, ну Вова на своем стриме меня иногда вспоминает. Так что можно сделать обратно. Сделай стрим по GTA 5, плиз. Мистер Смит, столько девушек делают стрим по GTA 5. И зачем тебе нужно еще одно стримишь из GTA 5? Их слишком много и так. Привет, у нас новенькая. Вова будет стримить Devil May Cry 4? Кто такой Вова? Вова — это мой лучший друг. Так, у вас есть неистраченные очки атрибутов. Отлично. Хорошо. Получите пипи, убивая зомби, выполняя побочные задания, проходя курсы выживания, испытания. Кроме панели атрибутов, в окне игрока есть еще три вкладки. Окна навыков, испытаний и книг. Ой, я пока вообще ничего здесь не понимаю. Сейчас что-то прокачаем. Я был на стриме, но комп глючил. Надо было комп перезагрузить. Наложил. Похавать, теперь буду смотреть. Понятно. Стрим идет замечательно, тебя стало лучше слышно. Ура! Так. Комбо категории. Господи, как все сложно. Ага. Еда. Вот, я могу теперь еду комбинировать. Арахис замороженный в азоте. Все, теперь я могу комбинировать еду. Вот это я поняла. Ачивочку мне. Спасибо. Откат с воротом. Нажмите. ЛС. Вот оно чё. Можно перекат делать. Пинок в прыжке. Выполняя прыжок, нажмите X. Угу. Буду знать. Так, это какие-то задания. Книги. Книг нет. Действительно, кто такой Вова? Вова, это я. Рома даст Devil May Cry 4, я буду его проходить на стриме скоро. Поздравляю, круто. Обожаю Devil May Cry 4. Отличная игра. Так, вот эта штука у меня скоро сломается. Надо вместо нее взять другое оружие. Только какое? А я могу взять... А, сейчас я его сломаю окончательно сейчас. Что это за дрянь? А, это бомба была. Блин, у нас все сломалось нахрен. Так, нужно, короче, бежать по заданию.
Не знаю, может в обход пойти? Как-то мне не нравится вот эта кучка зомби. Ну, в управлении вроде бы уже почти разобралась. О боже! Погнали, чуваки, бежим насквозь, не тупим. Ё-моё! Что за гад? Блин, смотри! Ух ты, электрошокер нашла. Здорово. Шла-шла и нашла электрошокер. У нас гости. А зачем там сумочка тут нужна? Вау! А вот это плохо. Мне это нужно. Закуску берем. Мать вашу! Блин, погнали! Чуваки! Кажется, ему западнее, блин! Почему я с чемоданом столбаным бегаю? Так, заходим сюда, заходим. Фу. Похоже, друзья нагрянули. Кстати, вот на карте вот эти синие значки надо тоже находить. Вот, чертеж. Я нашла его. А, зашибись. Так, а что я могу соединить? Ну-ка, ну-ка, может быть, у меня уже есть? Нет, из того, что у меня есть, я ничего не могу соединить. Перчатки. Так. Книги как баф работают. Сказал, подгоню. И я не треплю. Молодец. Вова, куда ты пропал, интересно? Ты так давно не стримил, я уже вообще... Чёрт, нет! Растерялась, где ты? О, боксерские перчатки. Это повеселее. Давай, подходите! Сейчас вы мне попляшете тут. Ну чё, испугались? На, они лохи такие, они не могут сюда залезть. Я хотела сделать все красиво. Оказывается, зомби-апокалипсис это так весело. Гантели берем. Поехали. Бля, офигенно просто. На неприятности напрашивается.
На, нахрен! А-а-а! Блин, их тут слишком много. Тут еще что-то лежало, по-моему. Бутыль. Вода. Нет. Мне показалось, наверное. Хотя воду можно выпить. О, штанга! Что это за меня? Ой! Своих друзей чуть не убил. Охренеть! Я просто супермен! Так, куда нам нахуй? Все, погнали. Все, я теперь ничего не боюсь. А. Шевелись! Черт, они меня увидели! Что за гадость? Вон там, берегись! О, смотрите, здесь еще где-то лежит чертеж. О, гамбургер. У меня штанга не берется больше. А, нет, взялась. Это безумие, нет, это Лос Пердитос. Ко мне племяшки приезжали, потом мы еще на север Израиля ездили отдыхать. Я даже видео снял, но и как-то устал от всего. Понятненько. Ну молодец, от стримов, от игр тоже нужно отдыхать. Тем более на природе и с родными, это прикольно. Да, Саш, жду вас, Соленый. Это ты кому? Ну, прикольно, Вова. Я, кстати, тоже завтра буду стримить. Лися, как ты относишься к Apple? Да. Интересный вопрос. Ну, как к обычному бренду, за который все переплачивают. Ну, мне не нравится... Ну, там, меню и управление вот этих гаджетов. Я больше как-то к андроиду склоняюсь. Играю на андроиде в основном. Ой, играю. Работаю и все делаю на андроиде. Ну, качество самих телефонов, по-моему, очень хорошее. Да может и вся страна уже захвачена. Ну и где полиция? И где армия? Здесь безопасно пока. Вау. Ты по сторонам поглядывай, чтобы их здесь больше не было, ладно? Хватит. Вова, ты уже завтра дома играешь, что ли, будешь стримить? У этого GPS-чип с зомбраксом, вон там. Эй! Они же должны вводить зомбракс зараженным, чтобы не превращаться, то отслеживать. Ну, в смысле, по задумке. Никого. Этого не должно было быть. Этого не должно было случиться. Надо узнать новости. Надо узнать, что там происходит и когда подоспеет помощь. Какой-то странный разговорчик. Ну, черт, что же там творится? Опять телек сломался. Придется мне повозиться с проводами. Мне, наверное, понадобится часа два, Ник. Попробуй пока что-нибудь поискать снаружи. Но будь осторожен. А, Devil May Cry вечером, да, что ли? Я еще DMC Вове не отдала обратно. Просто так получилось с этим Xbox, что я вот проверяю игры, настраиваю его. Соньку уже два дня не включала. О, черт! Эй, эй! Подожди! Алло? Пожалуйста, нам нужна помощь. Не можем выбраться из... Эй, чувак, я вижу, как ты говоришь, но ничего не слышу. Что? Я тебя не слышу, чувак! Твой чертов микрофон сломан! Я тебя что слышу! Что ты думаешь? А NVIDIA Shield Tablet и Sonic Spirit... Ты в полиции? С чего ты взял, что я об этом могу что-то думать? Я могу тебе сказать, что я думаю о Sony PlayStation
там, об Xbox'е, о Wii U. Что касается телефонов и планшетов, я ничего не думаю. Я думаю, что это все нахрен не нужно. Планшет никогда в жизни себе покупать не буду. Sony, вот, ну, Sony-вский планшет мне очень нравится. Мне нравится то, что они тоненькие, ну, такие, черт, быстренькие, водонепроницаемые и все такое. А по качеству экрана мне больше нравятся Samsung. А вот что такое Nvidia Shield, я вообще не знаю. Понятно, Вова. Есть укрытие на одной из моделей. Ксенер вот тебя вынул туда. Целый раз, чтобы всю эту снягу переждать. Но заныка чего? Короче, загляни туда, а я перезвоню тебе. Нет, я не изменяю Соньке. У нас в семье пополнение просто. Фух, ладно, ребят, в общем, проверили сегодня эту игру. Я сегодня после работы, поэтому думаю, что пока все. Завтра у меня выходной, и днем я обязательно постримлю, может быть, с Соньки что-нибудь, не знаю, еще пока не решила. Может, с Xbox. Ну, короче, завтра днем будет стримчик. Если хотите зайти ко мне в гости, я буду, конечно, очень рада. Но сегодня я уже очень сильно устала, поэтому, наверное, пока все. Джорни — отличная игра, правда. У меня в ней 100% выбито на PS3. Но я, конечно, все равно пройду ее на PS4 еще раз. Диггер, привет, а я уже ухожу. Ну, в смысле, я не ухожу, я просто, ну, устала сегодня очень сильно. Далеко-то я не ухожу. Я останусь на своем диванчике, просто выключу трансляцию. Ладно, ребят, спокойной ночи всем. Завтра днем постримлю обязательно. Только еще не знаю, что. Напишу в группе, короче. Все, всем пока.